организовать это мероприятие. Когда Новороссийск исполнится год, я надеюсь, это будет по территории государства, которое будет намного обширнее, чем то, что мы сегодня контролируем. Да. Почему я так смело об этом говорю? Потому что я знаю достоверно, что никакого мира Украина соблюдать не собирается. Никакого мира в итоге не будет. Сегодня этот небольшой для людей праздник, как бы действительно стреляют, но народ пришел как бы немножко отвлечься от этого всего. Понятно, что сейчас идут бои, ребята наши на Бесках воюют, под Авдеевкой, под Красногоровкой, ну а мы как бы их надежный тыл. И город, в кольцо наш зажать.